Всем привет, всем привет, с вами Шмыгов, который лучше. Мы сегодня играем в игру под названием Silver Chains, серебряные, короче, цепи. И это вторая часть по данной игре, и тут случилась такая штука. Объясняю, смотрите, мне пришлось заново проходить, потому что не было автосохранения. То есть тут нету, видите, сохранения никакого. То есть только продолжить. Соответственно, теперь мы будем играть только до момента, когда сохранение пройдет, потому что опять проходить некоторое время игру желания нет у нас. Там как бы недалеко было, но все равно какая разница. Важно. Так, мы с вами нашли... Мы с вами нашли ключ от второго этажа, как там было написано. Откуда, я не знаю. Я помню, что вот где-то здесь... не здесь... А где выход-то? А, через проход тайный, да. Вот тут есть проход. Проход, и у нас справа были... Вот это, да? Ага. Так, открывамбо, отлично. Отлично, открывамбо. Так. И теперь мы что, мы можем наверх подняться? Правильно. Правильно, да. Все, поднялись наверх. На свет идем, да, или нет? Опа, вот это открылось. И здесь. Здесь. Мы ничего не можем даже взять. Как это? А зачем нам иногда эта комната? Что за бред? Даже записульку? А вот записулька, да? Возьми записульку. Так, без записульки тогда. Так. Опа. Ски. Крыванский. Так, записульки никакие. Могу. Нет, ну... Да. Не, ну... Не, игра хороша, мне нравится. Ты, в принципе, бегаешь как дурак, но это своя атмосфера такая. В принципе, интересно. И... Хочется узнать... Остало с этой матрицей. Это дверь, нет? И кто мы такие? И зачем мы сюда ехали? И зачем, и почему? Так, здесь закрыто, здесь открыто. Почему здесь? А, потому что мы открыли. Вот это почему не открывается дверь-то? Он мне даже, видишь, на Е... Вот проблема была в той... В первой части игры, что на Е не нажималось. Ну, то есть он просто не показывал мне, что можно нажать на Е. Ну, стой. А, это я ходил. Фу. О, использовать. А, я не знаю пароль. Извиняюсь. Так, тут какой-то пароль, значит, нам нужно найти пароль. Нужно подумать будет. Так. А где этот пароль можно взять? Интересно. Так. А что там за цифры, подожди? Это здесь было? А, это вот здесь было, вот здесь. Там какие цифры у нас? Угу, все понял. Римские циферки. Получается, что нам сюда. Или вот сюда. Сюда можно? Вот сюда, значит. Крамбо. Крамбо. Так, здесь что у нас? Атмосфера хорошая, атмосфера нравится. И, в принципе... Не, я еще раз повторюсь, что интересно играть. А, это мы с вами вот сюда попали. Смотри, как интересно. В начало. Так, хорошо, ладно, в начало мы попали. Подожди, не понял, а зачем? А что мне нужно найти-то? Мы попали в начало. Так, аж. Что нам нужно найти, правильно? Может, какая-нибудь дверь откроется новая? Понятно, да? В принципе, мы открыли все ходы в доме, правильно? Вот сейчас куда... А, да. Оп. Прыгнули.
А, вот это теперь не... Ну, так, ладно, короче, так, нам теперь куда? Не понимаю. Подожди, на третьем этаже что-то нужно было найти. Нет, я не прав. Фотографии на стене. Пианино. Не-не-не, не сюда, значит. Обратно идти. На третий этаж. Наверное, на третьем что-то мы... А, упустил я что-то. А, стоп. А, это да, это эти... Что-то упустил. Там как пароль надо разгадать вот этот, да, этой двери. Как это сделать? Сейчас давайте. Давайте по... Это я сюда в начало попал. Так, а мы вот сюда должны. На третий и на третьем. А, слушай, мы же там еще... Подожди, вот эту дверь-то мы открыли. А вот... Так, а вот... Вот здесь мы были? В ванне. Может быть, где-то на стене нарисован пароль? А, может быть, стене на стене. Нету. В принципе, я должен найти какую-то записульку. А мы же еще с тобой вот внизу не все посмотрели вроде. Да, ну-ка, давай-ка спустимся. Мы же сразу на третий побежали, правильно? А там, может быть, там что-нибудь, да? А мы вот оттуда пришли, правильно? Правильно, мы можем еще вниз спуститься, ежели чего. И вот здесь. А вот это что такое? Мы открыли... Ёб твою мать! Страшненько. Так, это что такое? Взять. Нажмите, чтобы достать монокль. Опа. Монокль. А почему дверь закрылась? Потому что закрылась. Тебя это не должно волновать. Так, подожди, R-ку мы нажимаем. Вот это не дверь? Вот это вот не дверь? Смотри, вот он показывает, типа, иди туда. Вот тут похоже на дверь. Нет? Я не могу тебя открыть как? А, могу, подожди. Было там. Вот проблема вот с этим, то, что плохо определяется... Подожди, R-ка. Может, через R-ку я увижу, где дверь? Вот это что? Или не через дверь? Вот это не похоже на дверь, ребят? Ну ладно. Не, в общем, ладно, неважно. Ой, F. Зачем я F нажал? Теперь F. На R-ку. Но он мне прямо показывает, смотри, вот. Нет, он мне прямо не показывает. Ну и ладно, короче, не показываешь. Блин, вроде не показываешь, так и не показываешь. А закрыто! А хер! А что тогда надо? Да убери свой дневник. Я просто на F хочу нажать, потому что это похоже. Но подожди, вот смотри. Вот тут, походу, похоже на дверь. А вот она, ёпти! А чё ты... Ну ладно. Что за кукла, мать твою? Убери дневник, я тебе сказал. Я просто думаю... Опа. Это ты кто, мать твою? Мелкий засранец. R, а не F. Что надо? Выпустишь? Нет, не выпустишь. Падла твоя. А чё ты мне хочешь? Ты мне... А, вот, Е. Да, вот видите, ребят, вот что это за такое? Ну, блин, это только у меня он... Как такая проблема? Как нажать на это говно? Вот как? А, вот, нажал. Питер, спаси нас. Ага, это он Ой, пишет. Кто-то, я кто-то, выпусти меня отсюда. Еще раз. Он пишет. Я твой отец, я могу тебе выйти, только, пожалуйста, помоги нам. Не помнишь, что у меня был отец? Я тебе не верю. Ну, в принципе, да. Питер, это из-за нас ты оказался здесь. Ты должен снять заклятие, которое нас поедает вот уже 12 лет. 12 лет назад мы тебя спасли ценой нашей жизни, но застряли здесь навсегда.
Мы не можем выйти отсюда, ты единственный, кто может освободить нас. Где ты? А тут есть такой неправильный вопрос. Моя душа помещена в эту куклу. Надо найти все части этой куклы и снять заклятие. Так, как я их найду? С помощью монокля, видимо. Карта. Чё за карта? Доска Уиджи. Со мной через доску Уиджи связался дух, который сказал, что он мой отец. Я выбора у меня особо и нет. Мне кажется, надо помочь. Вот он показал. Так. Все, goodbye, my friend. Больше ты ничего не скажешь? Карту он сказал там. А, вот он открыл дверь мне. Подожди, а карту-то мне дал? Нет. Первая часть курт. Карта поменялась. Видимо, надо было использовать монок, чтобы найти исходную точку клада. Так, подожди, карта у нас внизу. А, дверь. А вот еще одна есть карта. Наверху. Пойдем наверх. Блин, неудобно пользовать и монок, или фонарь. Блин, вот он не может. Вот она здесь. Смотрим. Это... А вот... Сейчас, подожди. А вот эту хрень ты мне не сможешь открыть? Подожди, через монокль. Нет, не сможет, да, он? Сможет. Хорошо. Где, значит, ты говоришь? Вот она. Вот туда вот, да? Нога. Подожди, нога вон там. Ищем ногу. Закрыта нога. Ну, в смысле, не нога. Вот здесь может быть нога. Так, еще разок. А теперь он показывает туда. Как пользоваться этим моноклем-то? А, может быть, где-то здесь прям нога? Ты видишь ногу? Нет, я тоже не вижу ногу. Как найти тебе нога? Может быть, в этой двери? О, да! Она была открыта или закрыта? Помнишь? О, это что такое? Смотри, взять. Иди нахер. Старая коза, блин. Да нахер, я говорю. Уйди, мне нужно ногу найти. А что я взял? Это сохранение было, правильно я понимаю? Так, а монокль здесь будет еще раз работать? Да, он почему-то работает. А что я взял? Подожди, инвентариус. Вот это что такое? Геральдическая нехватающая часть картины. А какой картины? Монок или медальон? Что за... Ты можешь прочитать про это? Как про это прочитать? Первая часть, карта поменяла. Видимо, надо использовать монок, чтобы найти исходную точку. Так, доска с порванной фото... Блин, а как вниз-то? А, вот. Из шкафа. Походу, что за этим шкафом что-то есть. Надо хорошо осмотреться. Видимо, кто-то хочет, чтобы я нашел часть этой фотографии. Опасно за мной на... Так, предостережение, что-то... А, так это я все читаю, что ли? Ключ в библиотеке, что-то может быть, как я сказал, последнее, что я помню, это авария. А, это какая-то вот так, что ли? А. Часть картины какой-то, не понимаю, что за... Он же мне ногу рисует, нет? Или я что-то не понимаю? Подожди, что за часть картины? Ну ладно, так. Опять эта бабка, короче, прибежала. А ногу мы так и не... Где нога? Непонятно. Он показывал... Да я хожу опять. Он мне показывал... Что за картина? Я же ту картину собрал уже, как первую. Какой-то вообще. Так, ладно, ну давай тогда сюда. Мы через... Через что мы? Я не помню уже. А, мне нужно, короче, на монокль. Это нога, но ногу я не ношу. Так, через монокль. Пойдем тот монокль посмотрим. А, вот смотри, может быть она здесь. Опа, ну-ка. Что здесь у нас? Нет, нет. Хоть она где-то здесь. Понимаю. Вообще не. О, что-то открыл. А это я здесь был раньше?
Может быть, где-то она болтается, типа это нога. Ну ладно, короче, неважно. Так, мне нужно собрать. А вот здесь можно открыть дверь? Нет, нельзя. Ладно. Так, здесь больше ничего. А, ну здесь там я был. Так, все, пойдем на первый этаж. Через монокль опять. Моноклё. Моноклё. И вниз. Там тоже нога. А, то есть кукла без ног. Чтобы, короче, бегать, ему нужны ноги. Просто товарищу логику. А вниз как мне спустить? Так, здесь. Посмотрим. Что вот тут? Т. И опять моноклё меня ведет куда-то. Прямо. Так, вот это мы не открывали. А вот это открывали? Ёб твою мать! Сучка. Да, нормально так. Я... О! Аж дриснул немножко. Ой. Зараза, тварь. Испугала меня. Так, есть здесь шкаф, можно спрятаться. Ежели чего, да? Значит, там сюда за ногой. А, может быть, ту ногу нельзя, потому что... монокль что-нибудь скажет нам здесь? О, скримота-то такая скримота, да? Где нога-то? Записулька, читаем. И из-за моих новых лекарств день поменялся местами с ночью. Я все время сплю, лишь только ночью хватает сил встать с кровати. Вчера ночью я услышал какие-то деревянные шажочки и хихиканье. Свек давно покинул этот дом. Я обрадовалась, что это дети балуются, и пошла проверить их. Но они крепко спали в комнате. В коридоре второго этажа я встретила Темсин. Она взглянула на меня так, будто призрака увидела. Она суматошно начала тащить меня обратно в комнату, потом со словами «Вам нельзя выходить из комнаты» протянула мне мои лекарства. Со злости я выбил эти чертовы лекарства из ее рук. Какого черта мне нужно быть весь день в комнате? Я что, не вправе даже детей своих проведать? Я так мало с ними общаюсь, им нужна мама, а не эта няня Темсин. Что она делала так поздно? Меня начинает настораживать наша няня. Должна быть, эта женщина моя мать, но я ведь ничего не помню о своем детстве. Так, ну чувак, короче, который опять ничего-то не... Опа. Я вставил штучку и... А что за загадки? А что за загадка такая? Мне нужно разгадать загадку. То есть ту штучку я поднял, окей. А... Что за... А как загадку разгадать, которую не знаешь? В смысле? Ну давай, хорошо. Да убери свой фонарь, дай... А чё тебе надо-то? Может, все вот так надо повернуть? Нет. Они разные или одинаковые? Не, я не знаю, что за загадка такая странная. Ну, то есть, как ее разгадывать? Хм. Да, подожди, может быть, здесь что-то есть? А я не вижу, подожди. Не, ну а что за загадка, которая, короче, что-то 4 фигурки, и как-то надо... Их можно поворачивать. Трудно, непонятно. Что, или так и надо, типа, так задумано? А, подожди, вот мы здесь еще, кстати. Нет, тут... Ну, пойдем к загадке, хорошо, будем разгадывать, так сказать. Разгадули. Не, ну, а больше у нас нет выбора, надо как-то разгадать эту загадку. Ну, убери фонарь. А, нельзя убрать фонарь? Да, уйди.
Так, я честно не понимаю, как это делать, короче. Подожди, а может быть... А у нас же, подожди, а у нас же был вроде этот, Монокле. У Монокле был какой-то Гагагле. Помнишь, у Монокле был какие-то, короче, знаки? Или нет? Где висел этот ссаный Монокль? Где он был? Монокле. Здесь же, да? Нет. А, да ёб твою... Что это такое? Давайте. Вот. Тихо. Так, треугольник... подожди, треугольник... Треугольник вверх, и треугольник вправо и влево, и треугольник вниз. Короче, левый вверх, а это туда, туда, ага. Так, бля, я запутался уже, где я был-то там? Жесть какая, да? Так, значит, Монокле нам подсказал, что идти сюда, короче, собрать его шмотки. В смысле, его две ноги. Шмотки. Так, убираем фонарианский. Треугольник, а где Да, треугольник, я сказал. Этот вверх, этот вниз. Этот вправо. Вот так вот. А этот влево. Нет? Почему нет-то? Какой треугольник? Где треугольник? Подожди. А, может быть по-другому? Подожди. Да ёп! Тут через одну кнопку. Подожди, треугольник это же, ну, вверх-вниз. Подожди. Еще раз. Слева вверх, справа вниз. Треугольничек. Правильно? Или неправильно? А что значит треугольничек? Ладно, так, подожди еще раз. Ну, все правильно. Неправильно, вот эти центровые в другую сторону нужно раскрою это самое. И как бы, да. Неправильно, центровые неправильно сделал, а те правильно сделал, наверное, да? Ну потому что там вверх-вниз, а эти вот там. Выключай фонарь свой. А зачем ты включил? Я ничего не вижу. Уйди. Зачем ты включил это говно? Нет, ты вверх. Я центровые неправильно сделал. Оп. Они вот так вот должны быть. О! Так, и что это? Опа, ёпт. О, на ножка! Сохранение пошло. Вот это хорошо. Сохранение люблю. Так, одна ножка. Одна ножища, так сказать. А, я сразу возвращаю ему ножищу. Бегу в... Ты меня не пугай, скотина, тварь. Я тебя боюсь, но... Но не настолько. Так, возвращаем ему ножищу одну. Он мне покажет еще одну ножищу. А где валяется? На. Нет, не дашь? А, вот дашь. Е. Да Е, ёпт. Нажми Е, падла, тварь. Бери фонарь свой. Е нажми. Е, нажми. Очень проблемная. Осталось еще две части. Давай, где? И все? Ты мне скажешь даже где? Вот упырь. Все, понял. Одна. Одна только. Хорошо. Карта снова поменялась на... А, вот эта карта и поменялась же. О. Что? Что это такое? Ты можешь понять, что это такое? Какая-то хрень и сверху какая-то хрень. Понятно. Ладно. Так. А мне через ту куклу идти или нет? Это куда-то... Подожди. Это через куклу, наверное, надо идти. Ну, пойдем, кукла, мазафака. Мазафакер. Блин, через монокль очень плохо видно. Да? А вот как туда попасть? Туда не попасть, короче, нам пока, да? А подожди, а что тут стояла кукла-то? Вот зачем тоже стояла?
Записульки, нет? Нельзя записульки. Лампу там как-нибудь. А зачем здесь стояла реально кукла, непонятно, да? А, вот это закрыто, а открыто было, не помню. Мне нужно, короче, в ту часть дома попасть. Подожди. А как это? Здесь же был проход. Или нет, я что-то туплю. Был же проходище. А может и не был. А, вот здесь что ли был? Нет, что ты врешь, что не через библи... А, через библи... Через библи... Так, где это говно? А, это в той стороне. Угу. Так, это нам вот сюда, значит, надо. Значит, сюда. Так. Ага. Так. А как я тебе туда найду? Мне же не встать на это говно. А, может быть... Ёп, не F, а T. Ещё раз. Не понимаю. Не понимам, бо. Куда-то мне не пройти. Ну и загадочки. Так, ладно, ну давай наверх поднимемся, так получится. Это что, так или нет? О! О, нам сюда. Твою мать, да не видно. Ёб твою мать! Дверь закрылась. За куклы? Не, не хочу за куклы. Это что? Эй! Бляха, не пугайте. Не надо меня пугать, пожалуйста. Ёпарный карась, чтоб тебя нах... Твою мать! Бля... Что произошло? Подожди, это какой-то лабиринт, который нужно просто выйти из лабиринта. Ага. А, ну мы с вами попали вот сюда, где мы зырили в этот, так. Напряженно. Очень сильно напряженно. О, взять. Лабиринт. Я думал, что застрял в этом лабиринте, как вообще в доме появился такой большой лабиринт. Кто, интересно, спрятал эти части? Он точно хотел, чтобы никто ничего не знал. А почему я на я могу нажать? А, потому что я могу закрыть. Это я... Ёб твою мать! А я такой еще... А я такой еще, типа... А кто там что-то бьет? Совсем дурак, что ли? А, это где библиотека? Мы со стороны библиотеки, да, оказались? Ничего не понял. Мне ниже... Страшноватенько. Немножко, да? Жутковатенько даже. Здорово, братан, у меня есть для тебя вещица. Оп. Теперь эта дверь с красным символом открыта, там ты узнаешь правду. Какая дверь с красным символом?
Дверь скра... Я видел такую красную на втором этаже в левом крыле. А тебе сказал, что я там узнаю правду. Что меня там ждет? Чья это была комната? А, красную дверь. Блин, на втором этаже, не помню. Ну ладно, красная дверь, привидение, а ты часы... Вот, да. А, часы на час или сколько это? Это час? Сколько это? Какие цифры? Короче, час 10 или час 05. Час 10, наверное, или час 05. Не, час 15, час, час 05. Час 05, окей, открыть эту дверь. Погнали. Но она вон там, видимо. На втором... А, на втором этаже. Мы же на втором этаже сейчас. Бля! Обосрамс. Сделал обосрамс. Чайно. Да ёп. А почему? А. Вот эта дверь. О, страшно. И что здесь? Записули. Читамба. Вечером у детей была повышена температура и дрожь. Я побежала в комнату Темсин за аптечкой. Зайдя к ней, я увидела ужасную картину. Она сидела посреди комнаты, перед ней лежала та чертова кукла Элли. А вокруг нее был начертан какой-то круг с символами, и трупы животных были везде. Темсин сидела в центре этого ужаса и бормотала что-то. Стало ясно, что она ведьма. После этой картины у меня в глазах помутнело. Я помню, как дралась с ней, затем потащила ее в дальнюю комнату и заперла ее там. После всего этого детей перестало лихорадить, и они успокоились. Куклу я решила навсегда бросить в сундук, чтобы никто больше до нее не мог добраться. Я не знаю, что ведьма пыталась сделать с этой куклой. Сейчас я выпила свое лекарство, чтобы успокоиться. Утром надо бы разобраться с этой ведьмой. Разобралась, да. Восьмина, вот эта ведьма, она отняла у меня всю мою семью. Или не всю, не знаю. Че она? Отодвинуть. Подвигаем бы. Я тебе не отдам это. Ах ты сю. Я потерял человека, как только я подошел последнюю часть куклы. Мальчик украл, его нужно догнать. А, прикольно, а как я его догоню? Падла тварь, куда он мог побежать-то? Без монокля его будет видно? А как его догнать-то, алё? Парень, хочешь, что покажу? Где? Ну блин, а куда он ушел-то? А, помнишь, там свет горел? Может, он туда удряпал, не? Через монокль ничего не видно же? Ничего не видно. Нет, помнишь, он свет, стоял свет на втором этаже? Да включи фон... А, вот он, да. Иди сюда, падла. Ты охерел, что ли, слышь? Мелкий пиздюк, блин. Да иди, горю. Он сюда зашел? Да, вот он. А, нет, собака тварь. Куда заныкался ты, слышь? Да? Блин. Нет, не сюда. На чердак. Ох ты, сухотина. Я вон за Тимика, пока он не замерз на чердак, я не смог достать последнюю часть куклы. Надо сообщить об этом. Надо сообщить об этом. А, хорошо. Монок... В монокль больше ничего не видно? Хорошо. Так, значит, мы... Эта дверь закрыта? Да, закрыта. Забей на эти двери. Бред. Идти надо просто тупо по сюжетке. Ну, в смысле, не лезть ни в какие двери. Так я уже себя плохо чувствую. Ну, в смысле... Уже нормально скримоты. Здорово, чувак, слышь, у меня пропал этот упырь, украл. Они сделают все, чтобы остановить тебя. Ты должен скорее снять заклятие. Иначе ты можешь остаться тут навечно, как и я. Who are they? Кто они? Они твоя семья. Из-за того, что заклятие пожирает нас все это время, мы немного изменились. Иногда мы не мы. О, что за ключ? Найди 5 рисунков проклятия и сотри их. Ёптель, прикалываешься. А чё за ключ ты мне дал?
Все, пока. Так, что за ключ? Ключ от библиотеки. Уля-ля. Здесь пока ничего нету. Ключ от библиотеки. А ключ от библиотеки открывает ту хрень. Правильно я понимаю? В самом начале, который нам давали. Так, ключ от библиотеки. Это не библиотека. А библиотека. А где у нас были запертые двери? А, вот здесь, по-моему, же, да? Да, точно. Лезем в дырку. Или нет? Или да? Я что-то не помню. Тут же была, по-моему, закрыта какая-то дверь. Мы же нашли... Да я уйди, успокойся ты, ёп. Вот здесь. Нет? Подожди, или нет? А через куклы мы прошли или нет? Во, вот сюда же, нет? Не, подожди, а где эта библиотека? Я же где-то здесь записульку, это мы опять через дырку лезть. Блин, отлута. Ладно. Мне же нужно, блин, библиотека. Где же библиотека-то? Не помню ничего. На первом она этаже или нет? Где библиотека-то? А не ай-карты нету? Нет. Здесь ничего закрытого же не было, правильно? На первом этаже что-то было закрыто. Блин, я не помню, ребят, честно. Подожди, ну все открыто, а мне нужна закрытая дверь. Ёпти, я заблудился. Где библиотека-то, может? Библиотека, где много книг, правильно? Так, и мы уходим... А, может быть, вниз надо как бы? Только на первом этаже. Но это нелогично. На первом этаже аж в таких домах сырость. Или нет, или не сырость. Каминище. Помещение. Не видно. Где закрытая дверь была? Надо вспомнить просто дверь закрытую. Пианино. Пианино. Это пианино есть? О! Я кого-то вызываю или нет? Это... Где в другом мире открывается дверь? Нормас! Я сыграл нормас. Дверь аж открыл, ёптель. Убрает заслоночку. Открывамбо. А что здесь за... Так, а вот это... А, вот и она. Открывамбо. Открывамбо, заходямбо. Ищи солнце, ищи солнце, ищи солнце в библиотеке. Найти рисунок солнца в библиотеке. Хорошо. Через монокль можно? А вот и солнце. А, только стой, наверное, стой. С той стороны, да. Именно так нужно говорить. По-русски. С той стороны. Опа. Мама. Мама. О! Что это ему такое подобрали? Шикарная. Голова такая. Все, мы закончили с библиотекой. Папка только, чтобы главное не... Я просто не помню, где прятаться. Что теперь-то делать? Монокли. Опять к этому идти? А нет, подожди, вон там что-то горит. Не, это то горит. Тоже горит. Ну, одну часть я нашел, хорошо. А... Подожди, еще раз монокли. Окле одно горит. А опять к этому старому идти или нет? В смысле, не к старому, а кукле. Что надо делать? Не, ну он сказал 5 рисунков, да, найти. Я это все прекрасно понимаю, но... Библиотека-то она малюсенькая. Ну, в смысле, там не столько много всякого говна, чтобы... Так, нам все.
чтобы... Понял, короче. Опа! Кукла, в которой заточена душа моего отца, исчезла. Что много произведений, я не опоздал. Может, в шкатулке что-то скрыто? В какой шкатулке? В какой шкатулке? В какой шкатулке что-то скрыто? Алло. Где шкатулка? Что за шкатулка? Шкатулка? В самом начале, которая была, серьезно? Ты прикалываешься? А как до тут дойти-то? Сейчас, подожди, надо вспомнить. А, нам вот сюда. Помнишь, шкатулка, короче, мы поднимали ее, а она нам нифига не говорила. Ну, в смысле, он говорил, типа, нужно найти ключ от библиотеки. Ну, пойдем попробуем, что нам, как бы, опять лезть в эту... Мы уже, наверное, в этой дырке побывали, я не знаю, сколько раз. Но ничего страшного. Парный карась. Новатенько. Шкатулочка. Смотреть шкатулочку. Ооо. Да ты что? Смотри, как классно-то, а? Поворачивает и поворачивает. Чтоб опять я обосрамс сделал, да? Страшные игры пошли нынче. Первый раз я типа не попал в кнопку, да? Мелодию. Вот она убаюкивает так, да? А вот сейчас будет... О! Что это такое? Достала ты, старая? Нормально так. Это что, это все, это конец? Я не справился с заданием? Так-так-так. А нет, смотри, это что такое вообще? Это что такое происходит? Дерево вот это, да, которое было? Которое сжигалось. А, это мы мелкие пиздюки, короче, да, бегаем здесь. Бегаем у дерева. Прятки, в прятки играем, что ли? Не, мы не можем туда бежать, потому что не знаю почему. А что надо тут делать-то? Алло. Пс-пс. Игра. Да ё-моё. Нет, это... Подожди, может быть, у дерева что-то найти? Поссать у дерева? Ну, мы мелкие-мелкие. Или что, нас убили? Или что это такое? У дерева ничего нету? А, есть. Все кончено. После вчерашней чертовщины я проснулась от кошмара. Я пошла проведать детей, но лучше бы я вовсе не просыпалась. Посреди комнаты детей стояла Темсин и что-то бормотала. Мои любимые дети лежали бездушные у ее ног, все в крови. Услышав, что я вошла в комнату, эта ведьма накинулась на меня и начала кричать, что это все моя вина. На крики сбежались служанки и оттащили Темсин от меня. Она была вне себя, ее лицо исказилось ярости и ненависти ко мне. Она не переставала говорить, что я убила своих детей. Она совсем сошла с ума. Я взглянула на своих детей, и ярость захлестнула меня. Она убила моих детей, я убью ее. Мы ее повесили на заднем дворе. Я хотела, чтобы она почувствовала мои страдания, чтобы она тоже познала боль матери, лишившейся детей. Но одна из служанок предала меня и помогла ее отпрыску бежать. Гарольд, Элли, Тимми. Я не знаю, как справиться с этой болью. Темсин.
Тэмсин, я вспомнил. Так звали мою маму, но она не могла так поступить. Я не хочу в это верить. А, то есть на этом дереве ее повесили. Правильно я понимаю? А, да, вот она, здорова. Ты моя мама? А зачем? А, я помогаю, что я помогаю? Мой любимый сын Питер, у меня чрезвычайно мало времени. Судя по всему, мне не удастся увидеть, как ты взрослеешь. Прости меня за это. Я пыталась сделать как лучше, я старалась ради других, но вышло так, что мой родной сын останется без матери. Я сказала Мередит увести тебя подальше от этого проклятого места. Надеюсь, что проклятие этой куклы тебя не затронуло. Все произошло так быстро, это суматоха. Надеюсь, Мередит успела взять мою кулон и передать тебе. Он должен помочь защититься от проклятия. Слишком мало времени, надеюсь, судьба тебя сбережет от всех невзгод. Так. Ой. Страшненько, скотина тварь. Ладно, ребят, на этом я закончу эту серию. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Шумыга, всем счастливо, всем пока.